собрались как-то русский, итальянец и китаец строить дом в Гренландии. У нас тут чрезвычайная ситуация. На краю земли. Мы нашли его! Где красота природы смертельно опасна. Из-за плохой погоды здесь неделями невозможно выйти из дома. Международная группа экспертов бросает вызов экстремальному холоду. 10 вечера, температура падает. Нужно торопиться. Построить дом. Это будет чрезвычайно трудно. И обеспечить теплом тех, кто бьется за спасение планеты. Сотни ученых приезжают на станцию для изучения последствий изменения климата. Они выстоят. Согревает только одна мысль, что дома тебя ждут близкие. Но выдержит ли техника? Испытание холодом. Премьера. В субботу в 15:00 на Discovery.